Здравствуйте, дорогие друзья! Гора Эльбрус. Самая высокая точка Европы. Я нахожусь на высоте 3875 метров. Вершина за мной. Я прошу прощения, что медленно говорю. Головной мозг испытывает кислородное голодание. Поэтому пациент начинает нести всякий бред. Никогда профессиональный альпинист и человек, любящий горы, не скажет вам покорять вершину, штурмовать вершину. Потому что мы приходим в гости. И к этим горам, и к этому миру, к этой реальности. И наша жизнь временна. А если мы начинаем строить отношения на доказывании, завоевывании, захватывании, это неминуемо приводит к абьюзу. Один становится насильником, а второй пассивной жертвой. Это унизительно и для одного, и для второго. Поэтому никогда не доказывайте свои чувства. Никогда никого не захватывайте. Приходите в гости и делайте так, чтобы миру было приятно принимать вас в гости. Чертовски красиво. Бесконечно. В моей любимой книге «Дао Дэ Цин» сказано: «Тот, кто начинает войну, никогда ее не выиграет». Если вы пытаетесь кого-то захватить, завоевать, штурмовать, вы всегда потерпите поражение. Приходите в гости к этой реальности, приходите в гости к этому миру. Мне не хватает кислорода, а может быть, так выглядит счастье. Этого я вам всем и желаю.